В Омске перед судом предстал бывший замминистра строительства региона Владимир Сычев. Экс-чиновник обвиняется в халатности и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Владимир Сычев допустил срыв сроков строительства сразу 7 объектов образования. 4 школы и 3 детских сада запланированы в рамках нацпроектов «Образование и демография», а также региональной госпрограммы. Учреждения до сих пор не построены. Установлено, что Владимир Сычев имел долги около 2 миллионов рублей. Чтобы их покрыть, чиновник получил взятку от предпринимателя Дмитрия Шестакова – 1 900 000 рублей. Взамен обещал покровительство и своевременную оплату работ по контрактам. Еще 200 тысяч Сычев получил от другого бизнесмена. Он активно способствовал расследованию, за что был освобожден от уголовного преследования. Во время следствия Владимир Сычев и Дмитрий Шестаков находились в СИЗО. После меры пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину оба фигуранта не признали. Санкция статьи, инкриминируемой фигуранта уголовного дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.